Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 1 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Ночью прохладнее, 17 выше 0. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов.